Мы в прошлый раз... пока не садитесь. Вы просмотрите всех людей. А кто на полтере был? Кто на полтере был? На ком был? На болтаре? Полтер, воин, полтер. Это Джерриона вроде, нет? Он сказал, блядь, что на ханта зайдет, что-то такое. Сука, что-то нашел ход в льду. Данный трясет, привези остальные машины сюда, к выходу. К выходу, все разрушители подвезите, я сейчас назначу там людей. Сейчас мы как присуманим всех. Ну, я буду колчедана собирать. Вот, единственное, что я умею делать. Могу и бить, и собирать. Буду с косты сбивать. Под цветочки чопером смедлять. Жмите на шкаф, на сумму кто-то. Я не мол, Джаз стоит рядом, там Филипец. Со шкафом ездите. Тыкните на сумму. Чем вас на сумонте? Марат, ты тут? А почему я тыкаю на сумму и не получается ничего? Потому что ты удот. Тыкать это не твоё, Дим. Дима, тебя Слава зовут, да? Разрушители все привезите к выходу. Они вроде все здесь, 5 штук. Теперь плюс ставьте в чат, кто будет в разрушителях сидеть, я скажу, кому каким составом заходить. Марат, ты в РК? Блин, что-то я тебя не вижу. Ух ты, ракеты какие-то летают. Смотрите, я поставил этот синий квадрат на разрушителя. Смотри, Icon Blink, садись первый в тачку, пересаживайся на пушку. Пересаживайся на пушку. Вот, и теперь этот... Теперь Вуди Аллен, садись в этот, в разрушитель, будешь водилой, все, и едь туда, к порталу. Теперь кружок, смотри. Кто у нас там... Так, Седдер, садись в кружок, пересаживайся на пушку. Садись, пересаживайся. И отец Холодец Марат, ты будешь водителем разрушителя. Садись в кружок. Кружок, в кружок садись. Марат. Прокати меня, милок. Да-да. Марат, ты слышишь? Запускай, и едьте, короче, все, и разрушитель укомплектован, если у вас все нормально. Плюс в чат ставьте, едьте, короче, по правую сторону чистите эти, как его называют. Ну вы поняли, короче, маяки эти убивайте. А мы опять делаем орбитафи? Не-не, не будем ничего делать, мы бессмертящие сделаем ее и уйдем сразу на разрушителя. Ой, на этого, на острокрылого пожарим чуть-чуть. Смотрите, теперь, короче, так, породистый, садись в трусы, в треугольник пересаживайся на пушку. И, Виталик, ты в трусах будешь водитель. Садись в треугольник. В трусах водитель. В треугольник. И все, и едьте, короче. Едьте туда. Давайте там, только по правую сторону все чистите, слышите? Не агрите, там лишний трэш не надо. Теперь смотри, фиолетовый ромб. Кто еще поедет в разрушитель? Еще 4 человека надо. Плюсы поставьте, я вас распределю. Давай, я буду собирать. Давай, садись тогда в этот фиолетовый ром, пересаживайся на пушку. А тут Норик сидит. В пушке, да? Ну и все, тогда едьте. Валера знает, что делать. Так, и теперь полумесяц остался. Саня, Трися, садись в полумесяц, в разрушитель последний. И все, едьте к этому, к боссу. Едьте к боссу, тебе. По правую сторону только чистить это все. Теперь мутант, садись в этот в синий квадрат, водилой будешь в синем квадрате в осадке. Теперь поехали в кружке. Да сейчас я посмотрю, есть ли там кто или нет. Филипец, садись в кружок, будешь один сидеть, если что, я попрошу, там подвинешься. Так, кто еще без машины? Из чоперов пока вылезете, не надо в чоперах сидеть. Алина, Серсе, иди сюда. Иди в эти в зеленые трусы садись, водителем будешь, там одна. А я не умею там сидеть, слушай. Вот да, я объясню, что делать, там ничего сложного нет. Кто в чопере сидит, присоедините в чат, нам только один чопер нужен и все. А можно мне в чопер жмуть? Че ты, ачивку хочешь сделать? Да, мне один чопер остался. Ну тогда власть, а этот, а волк, волколака, садись в трусы и будешь там водителем. В трусах, все, один. Да. А ты, Алина, в чоппер тогда, все, и поехали к боссу.
помнишь, что ты в прошлый раз обещал 9 жизней сделать? Это не он. Подожди, вернись на чопере, кто давай. А, ладно, сейчас Леголаса присуманим там. На боссе. Ну что, поехали туда, к этому к Левиафану. По правую сторону, только трэш там чистите, маяк. 4 маяка, по-моему, там убить надо. Теперь будем начинать. Надо, короче, Олегу еще место оставить одно. Ты, Марат, отец холодец, можешь на Аршаму зайти? Или кто на Аршаму сможет зайти? Термити, если слышишь, поставь плюс в чат. Смотри, туда в начале инста стоишь. Залазь в эту высадную машину и едь к нам сюда. Виталик, а сколько по времени обычно? Ой, да. До ночи. До ночи? До 9, да. Часов до 9 мы точно будем. Ладно, я расценю это как шутку. Ну, без приколов. Вылезти, как-нибудь я шкафчик поставлю тут. Поставь тогда это, после ульды, типа, целка 10 герц. Мы там, наверное, пойдем либо в РС, либо в ВВК посмотрим. Сейчас сколько по времени ульда будет. Вот, тем более, оно преснулся. А ДБ пойдем. Да, я понял, Дима, понял. Так, смотрите, суммоним, короче, Леголаса, Веракта. Козер, сиди там пока, не надо, не вылезай. И этот, отъедь, мутант. Своей машины здоровой, шкаф нам перегородил. Так, Этернити едет. У нас тут остался Леголас и Веракт. Да, где мой пассажир, блин? Все будет. Ну что, смотритесь, ребята? Веракта Леголас. Теперь смотри. Так. Так, Филипец, ты в осадной машине сидишь, тебе принципиально где сидеть, в пушке или водителем? Смотри, Филипец, пересаживайся тогда сейчас на это, на пассажирское место. И. Ну, Антон Кощуга, ты тут, нет? Так тут не пришел сумом. А, ты тыкните на сум. Кто тут ездит? Джерриан. Ба, Алина, рядом тут стоите, тыкните на сумон. На шкафчике. Без поломок будем делать это или нет? Че? Без поломок ничего, это нереально сделать. А орбитах будем делать? Уже. Не, без поломок я не уверен, только я думаю, они уже тут починился кто-то. Давайте сейчас попробуем без поломок сделать. Починились. Ночью на матике. Там уже чинились, я видел. Тыкните. Точно. Алина. Кстати, подождите, не агрите никого, бой тут висит. Че, Антон, пришел с ума, нет? Да нету с ума, он и не приходит. А вот сейчас? Сейчас пришел. Все, отлично, давай. Так, смотри, и садись в кружок, видишь, осадная машина с тобой рядом. Садись, ты там будешь водить, я объясню, что делать надо. У кого еще в осадках место свободно освободилось, присутствуйте в чат, быстрее будем начинать. Блять. Кто в осадке сидит один? Ну-ка, Антон, у тебя панель активна, нет, в кружке? Нет. Жми Alt F4 перезаходи. Я понял. Жми Alt F4 и этот. Кто там с тобой сидит? Забыла, Филипец, и выходи из машины, Филипец. Все, Веракта. Жми Alt F4. Так, теперь смотри, Этернити. В синем квадратике, да, Этернити? Где ты? Поезди. Вон, я тебя вижу. Короче, так, в синий квадрат. Смотри, Этернити, вылазь, Леголас. По моей команде залезешь и пересядешь на пассажирское место. Все, садись в квадрат, Леголас. В синий квадрат садись и пересаживайся на пассажирское место. Мне водителем или пассажиром? Сейчас я тебе все скажу, подожди. Все, Этернити, залазь в синий квадрат. Все, у вас укомплектовано, едьте подальше чуть-чуть.
Далее, смотри. Кто у нас остался? Веракт, да? Веракт. Ну, водителем или нет? Смотри, смотри, Антон, ты в машину залез, ты один сейчас в машине, да? Да. Все, пересаживайся на пассажирское место. Че у вас там, фуль, да? Не, давай заходи, для тебя слот. Все, ЧП пойдет. Все, ты пересел, Антон, да? Да, пересел. Все, теперь, Филипец, садись в кружок. А я понял. Орбитафию делаем или нет? Не-не-не, без орбитафии. И опять релогайтесь. Вот этот в кружок Филипец и Кощуга, выходите. Я же говорю, не садитесь, пока я не скажу. Вы машину багаете. Ну, я здесь не Антон. Фыгайтесь, короче, сейчас зайдем в последнюю машину. Присмотрим варенька и начнем. Давай, Вану. Тыгните на шкаф кто-то, вылезете. Кто водителем в этом чопере. Ваня, давай, принимай. Так, у кого последнее место свободное там освободилось, ребята, плюсаните в чат. У кого в машинах есть место, посмотрите под мини-картой. Так, Волк, ага, я вижу, в трусах сидишь. Ваня, Вареник, в общем, смотри, сейчас сумон примешь. Трусы подъедь сюда, к этому к шкафу. Ближе чуть-чуть. Вот, и теперь вылазь из машины, Волк. Вот, и Ваня, Варенька, садись, короче, в тачку, в трусы, видишь, перед тобой стоит, и пересаживайся на это пассажирское место, в пушку туда. Сел, да? Да, готово. Все, давай, Волк, садись, ты водителем там будешь. И все, едьте туда вперед, только недалеко. Так, теперь, Антон, ты в кружочек залез, да? Да, я уже сижу на пассажирском. Пассажирском, все, Филипец, залазь. Вот, все, отлично, машина укомплектована. Там как надо настакать, сколько стаков? Я сейчас все объясню. Смотрите, ребята, у кого неактивна панель, кто сидит в чопере, в разрушителе, в осадке, есть такие люди, присоедините в чат. У меня слышно нормально? Да-да-да. Сейчас не надо меняться. Я хочу попробовать как раз. А там же не сложно, господи. Да, сейчас смотрите, я чихну на ФГ и расскажу, что делать. Я оттуда все там... Принимаю. Окей, так, смотрите, начнем с разрушителей. Так, на протяжении всего боя вы разрушители стакаете на двоечку колчедан. Да не флудите, ребята, в чат. Разрушители стакаете колчедан на двоечку постоянно. У вас ротация такая 2, 1, 1, 2. Вот, у вас там есть такая стрелка большая, как, короче, на кораблях, в пушках. Вы должны попасть в центр огненного левиафана, чтобы стак, короче, засчитала. Далее, кто в пушках в разрушителях сидит на протяжении всего боя, вы просто вверху ящички подбиваете. Все, вам, по идее, больше делать ничего не надо. Но если хотите, можете на единицу поспамить в босса. Далее, поехали. У нас трофейные осадные машины. Кто сидит в пушках, в осадных машинах, в трофейных? Так, я сейчас назначу людей. Кружочек будет первый каст сбивать. Так, Eternity, синий квадрат, второй. И трусы, третий. Так, запомнили себя? Теперь смотрите, кто сидит в осадных машинах, в этих, в пушках. Когда огненный левиафан начинает кастовать, там огненное дыхание, кружочек подъезжаешь, в пушку активируешь панцирь на тройку, пушка это. Водитель жмет на двоечку, электрошок. Все, вы касты сбиваете боссу. И так, короче, по очереди. Смотрите, просто босса убиваем. Вам тут главное, короче, не сдохнуть. Будем делать без смертей. А чоппер, кто там, с РС, еще кто-то, по-моему, у нас был. Вы ездите попой, льете этот масло перед боссом. Босс будет меточку кидать. Дебаф там увидите. С дебафом нужно от босса на максимальный рейндж ехать. Очень далеко. Все, вы разбиваете вверху эти колчеданы. Все платформы разбивайте. Я ставлю на правого моба метку, крестик, его, короче, убиваю. Не подъезжайте туда, никто к нему близко. Давайте на расстоянии вот так и убиваем. Смотрите, тут friendly fire включен. Не бейте своих. Не стреляйте по своим. Иди сначала. Бейте левого сначала.
босс. Вы все вместе должны бить одного, короче, тут мобы хп себе рисуют, бой у них пропадает. Вон правого люди добивают, бейте, помогайте ему. Теперь этого. Все, и сейчас он к воротам встанет, и там потихоньку рейндж набирайте. Сейчас босс вылезет. Бейте. Козырь, давай щит активируй. Бейте, бейте. Садка там, это, откинь его туда. Братик, все, сейчас босс поедет. Так, эти колчедан. Главное, не умирайте, из машины власти все точно так же делайте. На орбитафе. У этих, у разрушителей не забывайте. 2-1-1-2. Ротация такая, все, бейте. Трофейный разрушитель. Скажу, кто. Продистый, ты едешь от него как можно дальше. Не забывайте, кружочек первый каст сбивает, рядом с боссом там ездить. Как только начнет кастовать пушка, кто в кружочке сидит, вот этот щит активируй и кружочек сбивай на двойку. Так, филипец, я вижу там метка породистый, метка, а вы максимально далеко от босса. Кружочек, езди, езди, у тебя, у кого мало хп, ребята, к боссу вообще не подходите. Вы хотел, он бей только колчеданами. Да-да-да-да-да, постоянно колчеданами бейте. 2-1. Бить обычно. Да просто колчеданами бейте. Все, филипец, давайте. У кого мало хп, меньше там 20, вообще к боссу не подходите. Че, все тебе Джерин засчитала, нет? Групплу должен стоять. Кстати, босс. Кстати, короче, да, теперь смотрите, подождите. Кто сколько у нас ролит? Верак, ты же, по-моему, да? Ну, отказывайтесь, да. Отказывайтесь. Не подставляйте. Пусть Верак забирает. Там уже двое, кто за ними. Видите, все отказаться и Верак забирай. Пойдемте на Острокрылу. Короче, здорово, Ваня. Спасибо, плюс один. Блять, ставь, короче, нахуй мастер лут. Мы уже вот этот раз, короче, чуть не проебали, так же там Оптимус чуть не занидил, блядь. Не Верак забирает, а Варенка. Не запустите, только идите сюда на это. На Острокрылу идите, только не запустите босса. Там, прикинь, уже 3 осколка есть. У меня 2. Так, а смотри, чуть не занидил, я уже 2 КД пропускаю, уйду. Здесь только зачем пристал Валанир? Как раз таки 2 КД назад где-то. Ну ты его не выиграл. Только да. Давайте не жарить, давайте его там убьем быстро, да и все. Мы проходные будем жарить, проходных только. А че по бафам, кстати, да? Подождите, надо еще, короче, кто-то, чтобы на Аршаму зашел. Джерин, ты сможешь на Аршаму зайти? Прямо сейчас. Кели, сможешь? Димас. Да я могу зайти, мне тут только надо было орбитофобия и все. Ну давай, вон, заходи. Заходи тогда, Ваня. Ларан, телепортируйся, сейчас начнем. Ну че по бафам? Три себя кулаки, так, Этерники Прота. Седер, касочки побафаешь? Да. Так, ребята, смотрите, теперь отец холодец, ну, кресты. Так, смотрите, у нас три танка будет, мутант, Animal Justice, Прота, Седер у нас, я понял. Сейчас, секунду. Так, Седер, значит, мутант и Этерники, три танка. Я могу в этой аспекте. Не-не-не, оставайся, нормально все. Так, теперь, значит, смотрите. Будем делать проходных дворфов, то есть кто вылазит. Не будем ждать, там и так далее, кушать рыбку протола стоит. Просто сколько получится, столько накопим, зажарим. Кто будет подбивать, филипец подобьешь? Пыткой, просто пыткой без дот. И камень с Виталик подобьете. 80 тысяч, короче, до 80 тысяч, все, больше не надо. У меня такая зерговая льда будет.
на парах боссах, только сделаем хэм-режим. Так что, значит, Филипец и Каменс подбивают без дот, чисто пыткой до 80. А Козырь, ты в ДЦ спекнись. Будет овер. Там пати дайте. Так, сейчас. Дай столик, а? Дима. Стоит. Сталик, поставь. Мамонт. Мамонта поставьте и нажмите на сум. Мамонта. С бафом его начнем. Сейчас смотрите на Алголона сразу после разрушителя не пойдем. Олег да. Придет и уйдем тогда на Алголона. Пьем его. Волка, ты тактику знаешь? Сюда в льду. Волк, на Алголона тоже знаешь? Нормально все, не затупишь. Ну окей. Третий чеку на готовность и буду запускать. Мне лучше, чтобы осколки отдавали по нормальному. Смотрите, а кто? Ваня, сможешь лут пораспределять? Я могу распределять, дай мне, я маг. Да, хорошо. Норм, осколочки мои. Чё, красава. Давайте там старайтесь, не умирать, что мы уже будем еще что называть или делать. Может получится на каких-то боссах. Не умирайте. Все, ребята, подходите, там сейчас уже начинать будем. Бой сейчас начнется. Смотрите, напоминаю, стражи не трогаем. Терните в сторону их отведешь, ну, в правую, вот как сейчас смотрим на появление трэш. Лапа бах, а лапы нету, да? Очень много трэша. Мелики, не врывайтесь пока. Мелики, не врывайтесь. Аня, тряси. Где от них кайтите? Ты вроде три танка поставил, я не знаю. Да-да-да, не врывайтесь сразу, забейте. Стража никто не трогает, кроме двоих. До 80 тысяч подбивайте его и больше не трогайте. Когда поведем к боссу, тогда успеете подбить, там, вам времени хватит. Этот маг, короче, Айкен Блинк, кинь овцу этому квадратику. Во. Че, 80 тысяч, ниже не сводите. Телефон. Бейте часового. Часового бейте. Часового и дозорного убиваем. Поможете там страх. Там уход в тень тыкайте, чтобы не сдохнул. Стражу подводить. Так, на пушки жмите, ребята, я постоянно забываю про них. Давайте. У меня пушка сейчас появится. Храните сам себя, диспелишь, не забывай. У каждого моба до 60 тысяч уже сейчас подводите. До 60 всех. Последняя пушка осталась. Даже можно 50. Сильно не врываемся, за игру следите, главное сдохнуть. А тебе эти босса? Иди перед мордой встаем и массами там убьем. Там мало хп и из этих, из мобов подбивайте до 12, до 10 тысяч. И все пусть. Страж фуловый стоит. И босс. Да давайте рост пофигу, нормально, себе эти босс. Тормите пофигу. Главное, массуха не бейте и нормально все будет. Лужа от бога. Сейчас дышит. Сейчас посмотрим. В сторону их отводи, не трогайте их. Маг, давай овцу каждому. Пол хп им оставляй. О, все, молодцы. Давайте лишних сливаем. Спасибо. За молодец. Ребята, за игру. Кири, Седер, или кто-то помогите тормить, чтобы его так сильно не било, или мутант. Ты с танка. Лучше мутант точечно выводи, а Седер, Кири, ты на трэше, короче, будешь на часовых и дозорных. Выключи протаур. Да понял, вырубил. Читаю, дай гимн обману. Так. Нет. Там мобов есть, что надо 40 тысяч хп оставлять, чтобы их дыхание сделало. Ману и фокус акустов, то там прилил маны.
Не хилите, тренить. Не забывайте. Что-то трэша много жести. Убейте парочку стражей, короче, ну их нахер. Парочку стражей убейте. Дэшки-то. Полные пушки сейчас я тыкну схожу. Стражей с фуловым хп можете убить. Кто подбит, их не трогайте, вот как сделано. Подбит, их не трогайте. Все, вот доставьте троих, там четверых, все-все-все, не трогайте их. Давайте дозорного опять убиваем. Гарпуну пушку кто-то тыкните там, кто рядом с ней стоит. Ладно, я сам тыкну сейчас. Нажму ногу. Вы на ком уже? Только на острокрылую пришли, тут парочку поджарим. Давайте не ауешьте сейчас, босс спустится. Заходи, Кент. Сейчас зайду. Ну, пушку нажали, все. Давайте введите перед лицом, встаем. Теперь главное не ауешьте. Чему? Мы сегодня будем на Везексе делать ХМ? Да-да-да, будем. Все, не уешьте, ребята, также перед мордой стоим, она дыхнет, и потом уже будете бить там бури и рассекающие. Дыхнет? Давайте, убивайте босс. Величайшая острокрыла в моей жизни. Вы хотите жарить, да, сейчас? Уже пожарили. Сколько мы зажарили? 5 штук, по-моему, нет? 6? Отлично вышло. Да, у нас, короче, совы нету. Лёха, самогон, ты пойдёшь? Да я знаю, что совы нету. Я уже захожу на сову. У вас потому что всегда нету совы. Да, красава. Чё-то со мной, походу, слёзы сдела. Совы не ок, медведи рулят. Не, дай голову. Короче, чё, на Игниса пойдём или нет? Давайте голосование. Кому надо, да, тыкайте, кому не надо, идем. Идем дальше. Ну, клиню носовую мне отдавай нафиг, потому что не на ФБ не ходит. Качивай еще раз. Хильте отверните, хилы, козырь хилива. Чего, не сильно на слезы, короче, сейчас пойдем. Вы убили сегодня 245 аноба или все-таки нет? Там наруча так кому-то с духом на ДФБ, на РДРУ. Там храните что-то, напишите. Нажму. Вы сегодня убили 245-м все-таки или забили? Не, короче, мы так поняли. Ну потом после рейда, там на минус от хива нужен. Либо рок, либо хант. Там шипашка была в любом случае, то есть, ну. Я голову маму дал, там тебе ли надо, она? Да. Не-не-не, Марат, оставайся в хэпале, я в ретрика лучше спекнусь. Мне так проще. Зачем тебе это СРСЕ? Послание. Пойдемте вниз. Пошли с этого. Слышите, суманете меня. Вы не убили еще левого босса? Не, Игниса не убили еще. Стоит пока. Давайте правых. Или левых. Давайте левых мобов убейте. Их не трогайте пока, не уешьте. Скилла нет. Кирю хильте садра. Эй, да, сзади, ребята, заберите трэш, хильте это мне. Перебейте квадратик, у кого меньше хп. Виталий, камень, подойди. В кружочек, если сможешь, там фир дайте, да, в этих двоих. Фудиков. Не смогу, я сейчас умру. Жми тучку, уход в тень. К сожалению, КД. И в квадрат опять играйте, точечно. Короче, что у нас слот для Олега и для Рду. Я нормально вообще. Все будет. Фика бомбони. Играйте в круг. Суманяйте, слышь? Угу. Сейчас посмотрим трэш долин. Эти танки забирайте и вместе сводите. И массой их заливаем. Только сразу не врывайтесь.
Сэбер, мутант, забирайте, забирайте. Сейчас помрут люди. ФК-шты, ребята. Мутант. Кири. Сходи, сведи в кучу их. Да, дороните после трэш спекнешься в ДД. Ну будет сумма. Сейчас вам бой. Опять ракшас умер, блин. Ты, пожалуйста. И кто-то из танков поставьте на эту. На деф ауру. О, аппарат. Вместо коня поставьте у отца лечение. О, отлично. Ну все, теперь ставь Алина или Вуди, ставьте шкаф, сейчас засмотрим. Самогона и пойдем. Хочу, тебе пришел смог? Да. Сову забафайте, дайте ему пристабаф. В каску. Такой на АФК и погнали. Короче, смотрите, таранить в ДД. Сэбер, ты танчишь трэш. Расколешь, короче, двух мобов, а Виталик ты подобьешь. Только набирай, Виталик, сразу максимальный рейндж, а то тебя ваншотнят там подальше от них. А мутанты на боссе. Так, чё ли, филипец не хватает? Лапу пороги еще бафните, я не буду ничего. Подходите поближе к боссу, сюда в синий квадрат вставайте. Так, все, мутант, иди, начинай. И меж фонтанами потихоньку уводи взад вперед. Джерин, ты Наполеоном, мутант. Короче, Киря, смотри, вылезет первый моб, ты его не раскаливаешь, ты его же, ты ждешь, короче. В смысле не раскаливаем? Держать его просто? Да, смотри. Ты первого моба не раскаливаешь, он вылез, короче, ты просто его на себя забираешь и ждешь, пока вылезет второй моб. Второй моб вылез, отменили каст. Стоп, сомните, пока не кастуйте. Смотри, потом второй моб вылазит и уже их двоих вместе раскаливаешь. Как их расколоть, типа воду завести? И их расколоть нужно, вот видишь, лужа большая красная. Да, потом лужа, да? Да, они красные, короче, станут, и потом в любой фонтан. Ну все, я понял, как ты делал то еще уже. Теперь смотрите, босса бьем до 15%. Ждем пока второй моб. Вылез, бейте босса. Все, пока уже видел. Да. Ты, Виталий Каменц, подходи, сейчас они двое красных станут. Я в ковше. Я понял, кто-то значит подобейте, кто-то РДД этих уродов. Я подобью. Давай, подбивай уже, все, заводи. Подбиваю. Хильте Садера. Ты с каких процентов? Ну, ревностно, ребята. Стопайте, ребята, урон, стойте, не бейте. Сейчас лужа новая появится, Киря, заведешь туда, расколешь. Он еще ни разу никого другого не схватил. Меня схватил. Все, теперь смотри, раскаливай их двоих. И заводи в эту лужу. Садера хильте, это Марат, не забывай. Не бейте босса, ребята, не бейте. Сейчас ачивку сделаем. А ты с каких этих уродов подбивай? Все, заводи, они вдвоем красные. Заводи в этот в фонтан. Все, и подбивайте туда, РДД, дали массу. Давайте. Что у вас, нет? Да, все сделалось, добивайте босса. Босса, давайте, садитесь на коне и помчали. Кто последний, тот Филипп Киркоров. Колечко. Я коня его включил, побежали к разрушителю. Че, надо кому-то кольцо? Да, надо. Минный круг нужен. Вот это вот, тли... как оно? Огненный круг, точно. Огненный круг, небо вокруг. Кстати, прикольное колечко. На посланника идет. Ваша штука. Ух.
Талик. Хорошо, хорошо. Тоже хорошее кольцо. Так, стойте пока, робота не агрит. Вуди Аллен или СРС, ставьте шкаф или Ракшас у робота. Кто-то один из вас. Два Ракшас. СРС, я с днём матери тебя, ты ж мамка. Теперь фокусаку сумоним. Твоя. Yeah, baby. Ты могла на твою маску. Поставьте рыбку, у кого есть. Сейчас покушаем и пойдем. Недалеко от порталов. Но у меня 6 шматок осталось. Я вряд ли уступлю кольцо, извините. Аня, не знаю, короче, надо на хламоботов отдельный рейд собирать там с элемами, с двумя совами, с магами, с хантами. Блин, надо на этой неделе попробовать сделать, когда сбросят. Так, ладно, давайте сейчас чекаем готовность. Так, у нас тут 3 хила должно быть. Ой, 3 танка. Аня, тебе спекнись в протопаладина. Тронить, спекайся. Магон, залей, тронить, ману. Угу. Че, у нас все готовы? Все, мутант пуль. Так, а что делать? Обычный режим. Че, Кирилл, говоришь? Что делать? Просто обычный режим делаем, смотри. Сейчас босса доводим до 75%. Лазит, короче, сердце. Сердце подбиваем до 30%, примерно до 40%. Лазит трэш. Вот, как ты в комнату зашел, Кирилл Садр, ты налево, весь трэш на себя забираешь, агриш. А Тернити ты справа. И все, и да, там держите только недалеко от рейда, в центр не надо сводить. Че мы не делаем по моботу? Это ж долго. Виталик, там, короче, надо рейд определенный собирать. Так же, как и вырезку 25 гер. Там без определенных классов мы не сделаем. Там нужен контроль. Все, там больше ничего, по идее, не надо. Два элема. Вот, да, все, не бейте сердце. Бейте трубовщиков, ребята. Бейте трэш. Милики, сразу не врывайтесь с этого, сдохните. Эти трэш. Или бейте хилы. Сразу мало головы. Ломоботов бейте. Ломоботов бейте, РДшки, бейте, бейте, они там возле этого босса. А, все, уже проебаешь. Бомбота бейте, вот кипер. Аккуратненько. Заливайте трэш. Гравитационная бомба, напоминаю, из рейда выбегаешь. Кильте рейд. Заливайте трэш, потом уже в босса играйте. А, трэш заливается, я прям смотрю хорошо. Да, Виталик? Не делаем самого босса. Зачем вы ему кольцо отдали, блин? Он даже трэш не бьет. Так. Блин, так точно то же самое дело. Кажется, там до 50%. Трэш уже не бейте, стойте все возле робота. Робота. Бейте трэш, бейте трэш. Забирайте танки. Сейчас робот появится, у него 1% останется. Не бейте сердце. Не бейте, не бейте сердце, ребят. А интересно, у нас же говорю, не бить сердце. ХМ запустили, да? Давайте рост и доливайте сначала трэш. Где трэш? Сухой туда. Так, теперь камень... А, филипец, давай читай гимн на ману. Это там прилива маны. Филипец, читай. Этого щита надо вывести, этих мобов. Вот, видимо, очень сильно хотел хэм. Так, шипа бейте через взрыв. Инер надо кому? Да, залей этому фокуса шами. Я даже вам скажу, кто сильнее всего хотел. Так, искру давайте в мили-зону и массами заливайте. Что поможете там палец кинуть? Боль? Да. Джерри, он вчера тапки, сегодня искра, я иду. Еще насчет оскопов меня начинает что-то втерять хуйню какую-то.
Че, осколки на хантах хочешь, сука? Нет. Типа я, короче, в очереди стою, вот, как бы, я сейчас по очереди. Иди, 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 там, приди, иди, там, хватка где-то. Далеко от рейда. Кинь мутант, сейчас выйдет. Выйди, служи, то. Выходи ты служи подальше чуть-чуть, там засосёт нас. Там филипец пока что. Вижу, я Валеру выкинул. Бейте босса, треша не будет. Фокусаку из рейда. Эти мутанты хорошо. В общем, ребята, сейчас пойдем на совет. Олег придет и пойдем, короче, на Алголона. Нормальным рейдом, топовым. А выбирайте. Подружка где же уже? Ну да, да. Я попрошу либо вами, там Олег зайдет на Рышаму. Короче, кто-то на Эрдру зайдет. Балансируем. Пока голосуйте, что на этом на совете делать будем. Бой висит, подожди. Я на совете на ДК зайду, у меня шапка не трансмутнена. Ты сейчас на ком? А, на совете? На совете. Блин, ну ты единственная с лаками. Не хотелось бы. Лепец из рейда. Леха, поди забьешь, на совет станешь, а то там как бы слыты. Ну я вторым окном могу, типа. Блин. В начале инста где-нибудь ставлю, я все равно желудку получу, я же в инсте. Нет, там участвовать в бою надо. Не. Добивайте и вестибюль, третий портал. Ну или за сову только ДК привяжутся. Так. Ну дай жезл один. Костя, если слышишь, поставь плюс в чат. Че, можно жму к термаху? Ну, лучше, чтобы ты на совет остался. Я говорю, как мы без совы будем. Ну, я в два окна буду, один слот же есть все равно. А, не, а 300, у 232 же идем, да, пуш и жезл. Ракшас, подойди сюда. Ладно, Леха, на босса за сумманим, пока будь в сове. Это, Ракшас, подойди к квадрату, поставь шкаф. А, дай еще ролл, что ты, один, все. Просто человека поролил, там два жезла. Арсе, если что, то жезл на тебя падает с ЦК-10. Думаю, пока вообще нет никакого. Ребята, третий портал, пока не агрите никого. Димон, ты, короче, к квадрату дашь ледяную ловушку. Так, Атрисия, ты покаяние кинешь на кружочек, если они пойдут. Да, мутанты точечно. Этим, короче, хваткой вытянешь трусы. И все, и вперед никто не идет, только одни танки. Сейчас у нас Атерните придет. И начнем. Давайте Леголас, подходите, кто там еще остался. Атерните, заходите, бежим. Забирай, забирай этого, моба, мутант. Вперед не идите никто. Бейте трусы точечно. Бейте только трусы. И хильте очень хорошо. Хильте очень хорошо. Мотнику дам стан. Так, теперь Трися, Трися, дай стан этому синим трусам. Синим трусам. Дай нападение. Бейте себе. Синий квадрат, точнее. Лагает или лагает? Занёк Трися, тебя лагает? Нет. Вас, тебя лагает? Сейчас давайте попробуем. Какая чисто белорусов мне не интересует, да? Далеко тебя лагает. Кстати, ребята, не идите вперед, сейчас реснем всех троих, забафом нападем. Нет, я же не белорус. Смотри, трэш, не надо, Ваня, потом. Не начинай, подожди.
Куди Алина и Кощугу Антона с это, Ресети. Сразу Литриону там кулак дайте, каску. Хотя, Виталий, иди забери, у меня сыка получше есть вроде как. Давайте, дай. Поехали, агрите их, сводите в точку. Двух мобов этих. Идите к порталу, так нечего там к шкафу сзади. Кто-то с мобом пошли. Уже хоть их красных не стоит. Бейте все, квадрат синий. Лёх, бахни потом лапку? Или возле босса убахнем? Да, да, хорошо, хорошо. Так, смотрите, прямо сейчас на ходу бафну. Кому чего не хватает, проверяйте. Полбаф по локу. Я ж падал только что. Кстати, там лапу, кресты, каску, инту маги. Кстати, тут я сейчас приведу. Что там, кстати, вчера резко шестую убили? Забирай левого. Пристабаф. Мутант, точечно забирай левого. Убивайте в синий квадрат все в ноги. Кири, а ты, Садр, точечным талантом большого сюда забирай и веди к нам. Смотрите, тут меня уезжает. Да-да-да, забирай-забирай и прям в ноги, короче, в синий квадратик веди его сюда к нам. Дайте приступить. Игра. В кружочек играйте все. Там на Калагар нападем, скорее всего, если Олега не будет. Хотя тотемы шамана не забывайте. Сейчас смотри, Литрион опять точно так же. Квадрату дашь контроль. Кружочку дашь контроль, просто овцу. И все, а мутант, короче, ты турсы тянешь. А Кирия Садр, ты точечно, короче, фиолетовый ромбик и милики, пока не вырывайте. Все, идите, давайте контроль и сюда возвращайтесь к порталу. Давайте овцу, ловушку. Все, и в турсы играем. Только точечные ребята, уйдите подальше от ремонтников от этих. Бейте точечные турсы. Да, что-то подлагивает. Уведи, уведи мобов сюда поближе к воротам. В ремонтника сейчас играть. В ремонтника. И теперь в левого ремонтника в кружочек сыграем. Точечно без нас. Атакили, подводи его. Второго лоха сюда. И побежали потихоньку на совет. Ты прочитал, да, что это не так? Так, брат, напиши ему, поменяйтесь этими, что, печатями, беда какая. Ты железное собрание будет, типа, да? Агри, агри этих двух уродов. Короче, делаем хэм режим, сталелома последним убиваем. Самого мелкого первого. Играть в квадрат синий. Потихоньку к боссу побежали. Прям на ходу добиваем. Слышь, ну. Как ты думаешь, мне кажется, все-таки, короче, на Анубу лучше 2 хила было, не? Да понятно, 2 хила там. Ну давай после рейда не сейчас. Так, смотрите, два. Короче. Смотрите, 3 танка, мутант ты будешь Брундира держать. Мутант твой первый каст. Смотри. Трися, Саня, ты если что волшебным потоком поможешь, подстрахуешь, короче, Ваню. Да, хорошо. Вот твой, короче, второй каст. Далее поехали, ребята. Смотрите, Айкен Блинк, твой третий каст. Простя, твой четвертый каст. И Веракт, смотри, там, если что, короче, волшебным потоком тоже собьешь, поможешь. И Янг Пим, ты самого потом будешь. Я же с собой буду драться. Я понял. Теперь пошлите к квадратику. Сейчас, ребята, проверяйте бафы, кому что не хватает. Слышь, подожди, сейчас Валеру ждем. Подожди, сейчас там кот что-то орёт, сейчас я быстро. Сейчас Валеру подождём, он придёт. Дай ему пизды, Ваня. Пока, Алина, иди сюда, в этот, в квадрат в синий, поставь тут шкаф. Сейчас засунем Валеру, чтобы не ждать. Смотрели Чернобыль второй сезон, там тоже мужик с котом разговаривал. Валерыч, ты тут, слышишь? Валера. Я вижу, зашел. Тыкните на сумму. Короче, сейчас подожди, отец, я тебе скажу, что делать. Марат, тебе какую надо печать, чтобы он освободил? Марат, отец, слышишь?
Ну, смотри, отец холодец, став, короче, тогда печать мудрости и бей светом. Так, а Animal Jazz ты в ком у нас? В ретрике? Ну и все, а ты Animal Jazz бей тогда этой мудростью. Все, вы не будете там пересекаться между собой. Мутант, смотри, ты танчишь Брундира. Я тебе даю квадратик. Этернити, ты танчишь кружочек среднего мулгейма. И Кириас Эдер, ты танчишь самого большого. Просто по одной прыжке. Где удержать? Да держи примерно вот как они сейчас стоят, только чуть-чуть подальше к выходу. Чуть-чуть. Mm-hmm. Так. И смотри, просто по одной дефобилке постоянно жмешь на себя. Там ничего сложного нету. Так, далеко от хилов не убегай. Так, теперь смотри. Так, кто кружочек у нас дарил? И срезка, какие дефобилки, тут же их немного. Половина. Поначалу тебя просто должны захилить, по идее. Просто стой, короче, танчи, агро набивай. Так, теперь смотрите, что касается кружка. Постарайся держать его практически в центре, вот где вот сейчас он стоит. Только по центру комнаты, чтобы в лужу там смогли РДДшки зайти. Давайте последний чек и будем начинать. Или потихоньку там, кто у нас? Терники, мутант, тут вижу. Кириас Эдер, не забывай, трусы заберешь, мутант мелкого. Этернити кружочек. Где ты, Этернити? Слышишь меня, да? Этернити. Вот теперь, да-да-да, все, теперь протополадин, идите забирайте своих. Идите забирайте и мутанты. Квадратик, да, играем? Давай Брундира. Могу ему забирать. Все, давай в Брундира играем. Каза сбили. Этернити. Смотрите, Брундир побежал, теперь надо сбить каз. Геракт, помоги сейчас. Сбей каст. Этернити хилит. Я сбил. Этернити, ребята. Цедера. Какин, блин, теперь, по-моему, твой каст. Все, молодец, просто теперь следующий твой каст. Тип Бундира. Хилы, вы в центре находитесь, просто хилите танк. Давай, сбивай каст. Теперь у кого, кто каст сможет сбить? Нарекси сможешь? Этернити хильте. Все, сбей ты сейчас каст. Молодец. Мутант, по-моему, ты откатилась. Трися, волшебный поток, если откатился. Я сбил там второй каз. Все, понял. Брундира добивайте, заходите в синюю лужу. Ну, весь рейд, заходите в синюю лужу. И по команде готовьтесь. По команде готовьтесь, я скажу, наберете раньше. Веди сталилома поближе. ШПшки, магии сталилома тоже подбивайте. Ожог на него вешайте доты. Разгоняйте ДПС. Подведи поближе сталевому чуть-чуть. И давайте все, набираем рейдж потихоньку. Набирайте рейдж. Давай сакру. Стим, ждем желтую лужу. Все, выходим, выходим. Не стим вместе. Желтая лужа будет. Выходите из нее. Шли, вышли, вышли. Дефобилки жмите. А, стим, давайте это лужу. Смотрите, в синюю лужу заходят только ШП. Только ШП заходите. Подводи сталевому сюда поближе. Хильте Садера, у него там уже ревностный. Хилы, хильте Садера. Так, а кто у нас? А, Кириас Эдер, все. Только ты танчишь этого большого босса. Давайте рост. Бля. Босс, молодец. Давайте рост. Роуз. Ну, дай растишку. Слышит. Давайте так. Постоянно на этом боссе последние 3 кд на моей памяти Ракшас тут дохнет. Что с тобой не так? Опять сейчас начнется с танками. Ну у тебя же есть где-то вверху проценты агро. Ну следи ты сам. Второй Дейв на Мимироне тогда ачивку бессмертия делали, он решил запустить с истерии у тебя. И сдох, ачивку запорол. Потом удивляетесь, что у вас гильдия кикует. Теперь, Кири, выходи из рейда быстрее, а то тебя сейчас ваншотнет, рейд весь сдохнет. Убежали от Сендера, видите, он большой. Тебе сейчас это дам. Диван. Ой, там сфер выпало. Все, и ресники, и поперек побежали на Калагарна.
Давайте калагарно без смертей сделаем. Да, попробуем, у нас паладинов много, сейчас попробуем. Каждый раз пытаемся его сделать. Да, слышь, Саня, а на Мимироне будем без смертей делать или какую-то ачивку? Да, Мимирон без смертей, плюс, короче, мины еще попробуем. Кто-то завалит. Понял. Можно ГПшечку будет дать. Ресните этого Пеппера, Ракшаза, и побежали. Калагарно. Мне, походу, надо будет отойти минут на 10. Убьете кошатницу там тогда без меня? Угу. На кошатнице, кстати, ты в прошлый раз сказал, что мы 9 жизней сделаем в следующий раз. То есть сегодня. Не он был, говорит. Да ты, по-моему. А кто? Чужмок, я отошел минут на 5, ладно? Жму. Слышишь? Я, короче, в Долоран портанулся, сейчас я отойду, там свои дела сделаю, 3 минуты, 3-4. Хорошо? Окей, я пока тактику, короче, расскажу, без свы. Думаю, все равно не будем начинать. Без меня убивайте, вы там сейчас куда? Ой, блядь. Че он согрелся? А, ну все. Молодцы, что все, уже не сделаете бы этого босса без смерти. Мысли Трисия, блять, я туда даже не заходил в комнату. Это... Смотри монитор, блять. Это ваши проблемы там, нет, друг за другом сами следите, чтобы... А, на том, я думал, ты про сейчас. Тут дохнуть надо, заходите все под босса, прям вставайте, пошли дохнуть. Можно даже ГП начислить кому-то, если видели, кто сагрил босса. Леголас сагрил. Ходите все, дохните. Ресом все побежали. Сейчас к боссу подойдем. Не заходят, если что. Пет там, не пет, но вот нахуй было туда заходить. Смотрите, в следующий раз. Вы на лестнице поднялись, последнюю лесенку преодолели и остановились. Наверху на лестнице стоите, не надо туда вообще в комнату заходить. Там только двери пересекаешь, а босс агрится. Кто сагрил? Как у него ник? У Ханда. Еще соточку начислим. Летрион. Ха-ха. Не он. Ребята, смотрите, вначале как спускать из больших лестниц, как в инсы зашли, огр стоит, кружочек на него поставил. Там починочка есть. Пацанам ласт босс, они, блядь, заходят в комнату. Молодцы, блядь. Все правильно сделали, молодцы. У меня, короче, остался Калагарн, Торим и Мимирон. Без смертей. Это полгода еще, блядь. Ну да, вот каждый раз какая-нибудь херня. Особенно Торим, да? С кучей миликов вообще весело. Да, вообще просто жесть фаншота из-за цепи. На том, что я 5 КД не мог сделать Левиафана, самого легкого босса. То Этернити упадет, то Трисия себе там ачивку делает и умирает. Тот Джаз там что-то дрочит. Нет, Тима, если бы тогда сказали, что делаем без смертей, я бы не стал делать ачиву с пушками. Ребята, подходите сюда, все синие квадраты, ставь шкаф, сейчас футбол дадим. А мне осталось 3 босса. Калагарн, Хадир и Фрея. Без смертей. Вообще легко, блин. Короче, смотрите, у нас очень много... Мимирон и Везекс еще. У нас много очень паладинов. Меня нормально слышно, да? Да. Так, мы сейчас попробуем через них сыграть. Через бабл. Так, смотрите. Первый будет у нас танчик-мутант. Дебаф получишь, забирает Седдер. Так, дебаф получишь, там... Киря, Седдер, все дефобилки жми, там на 50% срез урона. И танчишь. Потом дебаф получил, раскол брони Этернити, забираешь ты. Потом, Саня, Трисия, выноси бабл на панель. Это праведное неистовство и точечный, короче, таунт. Я тебе скажу, ты с Этернити, ну, босса на себя заберешь, в мелизоне постоянно стой. И под баблом главное, босса на себя заберешь. Главное, чтобы потом забрали вовремя танки с меня. Да-да-да, я понял. Я посмотрю, как у тебя бабл, короче, кончится. Я скажу, дам команду Animal Jazz. То же самое. Бабл ты конечно на себя. Дашь праведное неистовство и точечный, короче, таунт. Потом, как с вас этот бабл спадает, не забывайте только праведное неистовство отключайте. Все, и будем, короче, весь рейд. Сначала игра в левую руку,
потом в правую руку. Можете ауешить жестко, только мелики сразу в осколки не вырывайтесь, это ваншотнет. Если рук нету, играем в босса. Тут надо тупо выжить.